В жевательных мышцах копится злость. Когда вы хотите кого-то взять и покусать, вы сжимаете зубы, жевательные мышцы укорачиваются и накапливают дисфункцию, злость. То есть жевательный орган, мишень для эмоций, злость. Также они перенапрягаются у тех людей, которым в жизни пришлось тяжело пробиваться, стиснув зубы в буквальном и переносном смысле. Мы с вами будем снимать напряжение в жевательных мышцах. Они также влияют на что влияет напряжение в жевательных мышцах. У вас появляются асимметрии, потому что с одной стороны жевательная может быть укорочена больше, с другой меньше. Часто блокируется задняя поверхность шеи. Вы думаете, что вас продуло, а на самом деле вы перед этим с кем-то поругались, сжимали зубы, и это все влияет на блокировку шеи. А также блокируются, идут дисфункции в височно-нижнечелюстном суставе, влияет на лицевой нерв, влияет на височную как кость, так и мышцу. Она также укорачивается, и здравствует постоянная отечность глаз, да, впрочем, и всего лица, потому что здесь основные лимфотоки идут, а жевательные мышцы, пережатые еще и вкупе с пережатой шеей, не дают всей межклеточной жидкости правильно отходить. Также пережатые жевательные мышцы влияют на височно-нижнечелюстной сустав, а те, в свою очередь, влияют на тазобедренные суставы. Потому что все в нашем организме взаимосвязано, фасциальные связи никто не отменял. Дальше все на стопу и на общую биомеханику тела. Так что жевательные мышцы – это важнейшие мышцы не только красоты лица, но и здоровья и красоты всего тела. Мы с вами сейчас будем убирать напряжение в жевательных мышцах техникой продавливания. Для начала откройте рот для того, чтобы эти жевательные мышцы найти. Вот они. Мы с вами их продавливаем. Вы можете найти вам удобный способ их продавливать. Можно продавливать, то есть погрузить крючочки сюда и здесь зафиксировать. И продавить вот так на крючочках повисели. Рот полуоткрыт. Я еще люблю висеть вот так на крючочках. Рот полуоткрыт. Погружаемся в полумедитативное состояние. И начинаем вспоминать все эмоции, когда вам хотелось кого-то пожевать и выплюнуть. При этом мы вспоминаем все эмоции, начиная с раннего детства. Мы продавливаем мышцу. Вы можете опереться так на крючочки, можете делать лежа, продавливая. Ищите самый болезненный вектор. Продавливаете и делаете легкое жевательное движение. Представляете, как вы ругаетесь с кем-то. А, допустим, вспоминаете бывшего мужа или настоящего мужа, который вас предал, которого вы хотите разорвать прям. Вспомните та эмоция, которая вас больше всего задевает, вот эту вот злость. Вы хотите уничтожить этого человека. Вы просто хотите его уничтожить насовсем. Но вы не можете себе этого позволить. Да? Поэтому берем, продавливаем и делаем. Представляем эту злость и делаем легкое жевательное движение, мелкое, то есть не крупное, не повредите весь височно-нижнечелюстной сустав, нам еще нужен. Вот так. И можете также пропевать звук. Представляете, как вы жуете этого человека. Вы также можете во всей этой практике представлять, как вы с ним ругаетесь, как вы ему говорите все, что у вас на душе, то, что вы ему не сказали. И можете представлять, как вы его бьете, кусаете.
каждым разом старайтесь в жевательную мышцу погружаться все дальше и дальше, глубже и глубже, чтобы, если у вас уже болевой момент ушел, продавливайте ее все больше. Нам надо продавить ее полноценно. Представляете, как вы выговариваете этому человеку, как вы его ненавидите, как вы на него злитесь, скажите ему все. Кто вас мог злить? Мальчик, который вас ударил в детском садике, мальчишки, которые подсмотрели, когда вы сидели на горшке в детском садике и смеялись над вами. Кому? Петька в 5 классе, который забрал у вас тетрадку и порвал, и вам учительница поставила 2, и вы на него очень сильно злились. Задержитесь на этих ощущениях злости и отомстите внутренне обидчику, пробивая эмоции. Жевательная мышца, она длинненькая, поэтому вы можете искать самые болезненные участки и во время практики проходиться по всей мышце. Ищите болезненный вектор. А тем, у кого блокировка шеи случается достаточно часто, мы сейчас с вами сделаем еще одну практику. Кладем пальчики у основания черепа посерединке на ямочку. И одну сюда, а вторую на жевательную, которая вам наиболее болезненна. Выстраивайте между пальчиками энергетическую связь и также вспоминайте эмоцию злости. С кем вы вчера ругались? Что вы ему не сказали? Порвите его. Пропивайте свою злость. И третья практика у нас будет на растяжение жевательной мышцы. Берем ручку, вставляем как можно дальше в челюсть, чтобы прям как можно дальше была у крайних зубов. Слегка выдвигаем челюсть вперед, и мы поставим пальчик сюда под подбородок и будем выдвигать челюсть вперед и продавливать его вот в таком направлении. Да, то есть вы пальчик держите так, но продавливаете в таком направлении, только бережно. Мы работаем не поднимаем голову наверх, как очень хочется, а просто выдвигаем подбородок наверх и продавливаем туда, мы растягиваем жевательные мышцы. И также можете растягивать, представлять злость, и мы ее выпускаем туда через растяжение. Выпускаем к солнцу и сжигаем на солнце. Можете пропевать звук, можете не пропевать звук, так, как вам удобно. И желаю вам всегда злость выплескивать всякими такими миролюбивыми практиками. Мы с вами сделали гимнастику, и желаю, чтобы у вас жевательные мышцы расслабились. Последите за тем, как вы спите. Напрягаются ли у вас во сне жевательные мышцы? Посмотрите на свой кончик языка. Отпечатываются ли на нем зубы? Я уверена, что после данной практики ваше лицо будет все более и более гармоничным и расслабленным.